В заполярную столицу приехала школа журналистики. Для студентов и школьников мастера слова провели уникальные мастер-классы. Не обошла их стороной моя коллега Любовь Пермякова, тем более для нее эти курсы своего рода повышение квалификации. Основы журналистики студенты и школьники сегодня изучают не по расписанию. Этот предмет для них вообще новый, а интерес уже не поддельный. Уникальный мастер-класс на средства гранта организовал Альберт Людвиг. Ребята слушают, запоминают, восхищаются. Своего рода это, скажем так, это профориентация для молодежи, старшеклассников, студентов, тем, кто вот еще на пороге того, какую специальность в жизни хочет выбрать. В качестве преподавателя Оксана Чернышова, заместитель директора информационного центра ТАСС. Профессионал своего дела. Это она, ее команда создает то, что потом называют новость пометкой «молния». Ведь журналистики иначе никак. Здесь главное – оперативность и объективность. И рассказываем им о прелестях и о несчастьях нашей профессии. Причем, насколько я поняла идею организаторов семинара, я рассказываю о традиционной классической журналистике. А, как бы так в кавычках, противовес мне, будет рассказывать блогер Алексей Березин о блогерской журналистике, о социальных сетях. И, может быть, мы с ним даже поспорим в глазах у детей. Еще один преподаватель – писатель от блога Алексей Березин. Свои работы он делает невероятно интересными. От этого зависит его читаемость в интернете. Блогер учащимся рассказал несколько секретов, а именно, как написать смешной рассказ, какие приемы могут помочь начинающему автору достичь успеха и что же делать, когда не пишется. Журналисты, пожалуй, лучше всех знают это состояние. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».